Летняя оздоровительная кампания в самом разгаре. На днях завершилась первая смена и началась вторая. О том, как организован отдых детей в лагерях Чувашии, в следующем материале. На территории республики работало 18 лагерей. В первую смену в них отдохнули более 4500 ребят. Первую смену 18 организаций, около 11 тысяч мы в этом году планируем оздоровление детей. Мы в этом году основной упор делали на специализированные смены тематические. В первую смену вот прошли у нас 8 потоков тематических на базе «Звездного 4», видим на слайде. Также на оставшееся время также еще будет организован у нас 5 смен нашими ребятами. Действительно, это очень интересно. Востребованы сегодня специализированные смены. В этом году по всей республике также работают почти 400 организаций дневного пребывания детей. Там свои каникулы проведут 29 тысяч ребят. Один из главных вопросов – безопасность детей. Меры безопасности, конечно, было на первом месте. Поэтому здесь было полное понимание с МВД, МЧС. Очень большую работу провели у нас ребята до начала самой смены, обследовали Росгвардия, все места пребывания загородные и школьные тоже полностью проверялись.